Привет, друзья! Меня зовут Кирилл. Здесь мы учимся правильно говорить по-английски и исправляем самые типичные ошибки в речи. Когда мы говорим о числительных, называем определенное количество сотен, тысяч или миллионов, несмотря на то, что их много, мы употребляем числительное в единственном числе, то есть не прибавляем окончание s. Эта машина стоит $3000. This car costs $3000. Ни в коем случае не three thousands. Он хочет прочитать 200 книг за год. He wants to read 200 books in a year. Не говорим 200s. На встрече было более 300 человек. There were over 300 people at the meeting. Ученые считают, что планете Земля 4,5 миллиарда лет. Scientists believe that Earth is 4.5 billion years old. То же самое происходит, если перед числительным употребляется слово «несколько». Это ожерелье стоит несколько тысяч долларов. This necklace is worth several thousand dollars. При этом все словосочетание целиком согласуется с глаголом во множественном числе. Например, более 300 человек собрались на этой встрече. Over 300 people are gathered at this meeting. 2000 человек были арестованы той ночью. 2000 people were arrested that night. Более 500 миллионов книг о Гарри Поттере было продано по всему миру. More than 500 million Harry Potter books were sold worldwide. В то же время, если точное количество сотен, тысяч, миллионов или миллиардов не определено, и мы говорим размыто, сотни, тысячи, миллионы, то числительное употребляется с окончанием s. Это кольцо стоит тысячи долларов. This ring costs thousands of dollars. Обратите внимание, что в такой ситуации появляется предлог of. Thousands of dollars, millions of years, hundreds of people, billions of stars. На улицах были сотни людей. There were hundreds of people in the streets. Динозавры жили миллионы лет назад. Dinosaurs lived millions of years ago. Пластик разлагается сотни лет. Plastic takes hundreds of years to decompose. Подводим итог. Мы не добавляем окончание s в словах hundred, thousand, million, billion, когда говорим об определенном количестве чего-то. Мы не говорим two hundreds или ten thousands. Мы говорим 200, 10,000. В то же время, если мы говорим о количестве размыто, сотни, тысячи, миллионы, и перед ними не указано определенное количество, то окончание s присутствует. Hundreds of birds, millions of years. Напишите свои примеры в комментариях. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо за то, что остаетесь со мной. Смотрите полезные ссылки в описании под видео. С вами был Кирилл. Скоро увидимся.